Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет видеообсуждение. Так получилось, что совпало сразу три поворотных обстоятельства. Первое, что из сериала ушел Смайл, и его место парня Дианы занял Тимур. А мы все знаем, что Диану и Тимура еще и раньше хотели видеть как пару. Второе обстоятельство. Диана расстается со своим парнем в реальной жизни, Кириллом, с которым она провстречалась достаточно долго. А тут еще тот поцелуй на трансляции. И все это привело к тому, что фанаты стали думать, что ребята начали встречаться в реальной жизни. Ни одной кажется, что Тимур влюблен по-настоящему в Диану. Тимур так ярко начал улыбаться, когда Диана его поцеловала. Пишут ребята в комментариях. Среди фанов уже поползли сплетни. Такого плана посты все чаще появляются в фан-аккаунтах. Многие фаны Ди подтверждают то, что они встречаются. И говорят то, что Диана сама тоже подтвердила в прямом эфире то, что они встречаются. Пишет автор фана, который выставил этот пост. Так, ребят, давайте расставим все точки над «и». И действительно, после того, как образовался новый тиктокерский дом Bunny House, у нас появилось много шиперских видео, но не надо путать реальную жизнь и творческие видео, созданные по сюжету сериала. Ребята, согласитесь, если бы Диана действительно в трансляции рассказала, что в реальной жизни она встречается с Тимуром, то это точно бы успели сохранить фан-аккаунты и об этом бы знали все. Но ничего такого, как видите, нет, поэтому распускать слухи, что якобы Ди что-то говорила, и не подкреплять это доказательствами не надо, и верить таким записям тоже не надо. На данный момент мы знаем только одно, что единственный парень, с которым у Ди были отношения, это Кирилл, и то, что она на данный момент с ним рассталась. Кстати, именно подтверждение расставания было на трансляции. Рассталась с Кириллом. Я знала, что так будет! Я знала, что так будет! Отвечай. Повтори еще раз. Мы расстались. Да, мы расстались. А тем временем у ребят в профиле Bunny House уже 640 тысяч подписчиков. Кстати, как вам тема со воспоминаниями? После того, как в профиле Хауса был вложен пов, где Диана вспомнила про Диму и про то, как им было хорошо вместе. Многие в комментариях прям проностальгировали. Я скучаю по той паре. Блин, Диму иногда очень жалко. Эх, аж грустно как-то стало. Напишите в комментариях, шип, какой пары сериала тебе больше всего нравится. И да, в закрепе в комментариях ты увидишь ссылку на TikTok Bunny House. Ты знаешь, что делать. Надо подписаться. На этом все. Обняла каждого. Всем пока!